Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Assassin's Creed Valhalla, это Эйвор. И только что у нас тут кто-то истошно кричал про яйца. Какая-то тайна у нас тут существует в этих катакомбах, поэтому мы их осматриваем. Так, тут у нас змейки. Да-да-да-да-да. Мы их... Давай-ка отстрелим, чтобы они нам тут не мешали. Какая интересная музычка пошла. Так, и там у нас кто-то вопит. Ты кто? Так, кстати, как там факел был на Г? Нет, не на Г. Так, ты кто? Повтори-ка. Ты слышала? Мне нужны яйца. Гадючие. А то эти твари не уйдут. Я пришла сюда первой и прогоню их отсюда, если только ты добудешь мне яйца, гадюки. Я не собиралась сегодня дразнить змей. Но все может измениться. Награда, да, я понимаю. Принеси мне яйца, и ты ее получишь. Да? Что ты вообще тут делаешь? Ты кто вообще? А, у меня есть два гадючих яйца? Хорошо, держи. Надо же. Да. О, еще больше яиц. Ну, держи. О, так намного лучше. Уже скоро. Да, я чувствую. Еще яйца. Ты что, их там высиживаешь, что ли? Ну, на, еще четыре. Фу. Я знала, что пожалею. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Вот бы взглянуть на переполох наверху. Где награда? Я сейчас задохнусь. Пожалуйста. Ну, неужели тебе не понравилось, как я пускаю ветры? Да меня унесло. Эйвор, неужели ты действительно думала получить какую-то награду? Ну, мы просто разгадали очередную тайну вонючей тетки. Отключит двери в канализации. Ага, то есть она нам все-таки дала нашу награду. Ладно. Сиди там. Я даже не думаю, что я тебя буду выпускать оттуда. Что ты сделала? Ты разбила паутину. Итак, давай-ка сюда. Ага, что у нас тут? Давай посмотрим. Очередные гадюки. О, как интересно. Как интересно. Так, здесь решетка. Что у нас тут? Слушай, ну как-то, наверное, можно. Так, поднырнуть вряд ли. Тут некуда нырять. Там у нас гадюка. Мы ее можем... Это не совсем то, что я хотела. Ну да ладно. Ну да, вон еще гадючие яйца мы собираем. Я просто не смотрела. Так, это вот тот самый ключ, который нам дали. Так, значит, это была канализация. Интересно, интересно. А вот он... Ну, вот она и награда. Окей, руна для доспеха. Так. Ладно.
Ладно. Ну, все логично, если есть... Если есть баня, если есть купальня, то должна быть и канализация, которая отводит эту воду. Все как бы закономерно. Итак, ты можешь убрать факел. Вот мы и внутри. Здравствуй, белый свет. Чё мы... смотри. О, боже! Это вонь! Не могу! Горло! Больно! Будто соли насыпали! Ну ты, тетка, и... Пускать ветра. Обалдеть. Ну надо же. Забавно. Это было действительно забавно. Слушай, ну а больше тут ничего нету? Или она просто прикололась таким образом? Ну ладно. Что ж, каждый прикалывается по-своему. Окей. Так, давайте смотрим дальше. Мы пока все еще в этом Лидечестере. Нам надо сюда, и потом куда-то сюда, чтобы забрать все сокровища в этой области. Тут у нас состязание по выпивке. Туда мы не пойдем. Я не участвую в состязаниях по выпивке, потому что мы не умеем пить. А если не умеешь пить, то и не берись, говорит сремяжная правда. И я полностью ее поддерживаю. Итак, 128 метров, 280, 154. Давай туда. А, вот так вот даже, да? Как интересно. Как интересно мы умеем прыгать, когда нам это, в принципе, не надо. Пойдем искать все, что можем найти. Сори, что это такое? А, это слиться тоже с толпой? Ох, какие пруды. Ах, красота. Так, подожди, мы опять пришли к этим баням? Это же бани, да? Сейчас перед нами. Ну, покажи на карту. Нет, это не баня, это что-то, какой-то другой комплекс. Прям с прудом. А ну-ка. Так, а ну-ка давай-ка нырнем. Фу, Эйвор, фу. Когда-то это был декоративный пруд, но теперь, похоже, тут сточные воды и... Рыбка. Слушай, а мы можем поймать эту рыбку? Да, здесь действительно, смотри, какие карасики. Они нам нужны? Ой, слушай, а там какие-то вражины опять появились. Что там за шепчется? Шепчемся? О чем? Ничего не понимаю. Пошли отсюда. Мне так кажется, что пока мы тут прыгали, опять стража пришла. Ага, страничка. С песнями, и вернее... А, она уже полетела. Черт возьми, Эвер, беги! Беги! Эй, балбесина! Ты балбесина! Мы опять эту страничку не догоним никогда в жизни. Да, она улетела, и я за ней даже сейчас не погонюсь. Нам надо вот туда, где золото. Не с песнями, с татуировками.
Песни были у нас в черном флаге. И там было действительно их весело собирать. Так, прыгай сюда, вниз. А сейчас как-то... Тут не открыть, только с той стороны. Да ладно. Что значит не открыть? Ну, пошли вон тут. Специально же, наверное, нам эти палочки подвесили. Ага, я вижу, где. Я вижу, что, а как? То есть, ты хочешь сказать, что с этой стороны, да? С этой тоже никак? Или все-таки? Заперли с той стороны. Да как же, они изнутри-то заперли. Понятно, надо искать опять подземный лаз. Подземный лаз. Так, а что у нас тут? Нет, эти штуки сделаны для того, чтобы лезть за этим. Да? Ну вот и виси. Да, нет, мы сюда никак не заберемся. Внутрь. Значит, через низ, через... Да, вот так надо было бежать за страничкой. Через какой-то подземный ход. Я так думаю. Да, здесь у нас страничка, здесь у нас вот это вот золото. Ну нет, если здесь есть подземный ход, я не думаю, что это прям вот что-то тут огромное такое. А, надо как-то искать, надо как-то думать. Как мы можем туда залезть? Давай обойдем со всех сторон, посмотрим. Так, а это что такое? Да, побейся головой об стены. Кстати, о стрелах. Черт, как же туда попасть? Как же туда попасть? Как же туда попасть? Пока не знаю. Ладно, идемте в другую. В другое место. Закрыто с другой стороны. Может, где-то в стене проход? Вот здесь я как-то никак не могу. Да нет, это просто дырки в стене заделаны. Область подозрения. Эй, воржешь! Репка. Забавная штука. Да, и там тоже у нас какая-то штука была, которая типа под землей. Может быть, здесь под землей действительно огромная. Ой. То есть. Я думала, что мы тонем. Очень странное место. А, нырнуть я могу? Ну, здесь не так глубоко.
Так, и... Плавают рыбки в пруду. Что у нас тут? Ведро? Скелет с ведром. Чем занимался? В греческом зале. Итак, карта. А, где-то здесь у нас, прямо вот под нами, очевидно, да? Опять какой-то то ли доспех, то ли оружие, то ли что-то ценное. Да, под нами, под нами. Ну что ж, пошли искать, как туда попасть. А вот и проходец. О, да, о, да, о, да. Что у нас тут? Столовые приборы. Отлично. Окей, там нам мешает. Слушайте, вот эти вот задачки, ваши прикольчики, мне совершенно не нравятся. Не, ну, в принципе... Что здесь делает кот? Где он? Котей, ты где? Слушай, а может быть, можно ее грохнуть, эту стену-то? Так. Ну-ка, давай ко мне опять факел. Нет, не похоже, что можно грохнуть стену. Там вот эти самые ящики всякие. Нам мешают жить. Да, все-таки паутина сгорает. Да-да, я помню, что была вот эта штука еще в Origin. Раз, да, сгорела паутинка. Класс. Поджечь. Забавно. Ладно, значит, как-то можно попасть в ту самую область, где у нас сейчас стоит ящик. Пока что я ума не приложу, как это сделать. Слушай, что-то рано мы убрали факел. Ах, вот где котейка. Котейка сюда пришел. Котейка, это намек от богини Фреи, что мы на верном пути. Смотри, вон еще факел. О, а вот еще факел. Таинственные места. А для чего нужно было вот это все зажигать? Может быть, суть в том, что надо все зажечь? Вон бочку с этим... Как она? Явно она с дегтем или с чем-то. Ну нет, бочка не горит. Как ни странно. Ладно. Так, убирай свой факел, Прометей. Итак. Угу. Это вот какой-то вход. У нас есть еще один вход. Куда-то туда. И мы не можем... В чем дело? То есть где-то здесь у нас тоже есть входец. Давайте поищем. Угу. Понятно, ясно, вижу.
Так, ну что, бонзай. Осторожненько. Как выяснилось, это не кобры. Фу-фу-фу. Это гадюки. Кстати, Эйвер, возьми все-таки факел. Возьми. Вот ты каждый раз от этой паутины заслоняешься. Сожги ты ее просто-напросто, и все. Вот, а то что ж такое? Очень интересно. Так, смотри, а вот еще свечи. Ты их зажгешь? Да. А еще свечи. Забавно все это, забавно. Ну, я даже не знаю, зачем. Вот зачем такая возможность, в принципе, сделана. Так, смотри-ка, да-да-да. То есть мы сейчас тут съедем, и обратно нам пути не будет. Ну, что? Поехали. Боже, дивизия, зачем же так-то? Вон, смотри, свечи поджигай. Очень мне это понравилось. Мулька. Поджигай. Там вот еще одна осталась. Хе-хе, классная фишка. О-о-о. Так, тихо. Змеи. Змей нету. С ума сойти. Смотри, какая красота. Римский артефакт. Так, ну что ж. Что за трим-тым-тым? Ну, мыши летают летучие. И что ж такого? Тайны, тайны, тайны. Итак, теперь вопрос на засыпку, как отсюда выбраться. Мыши. Подожди, ты зажгла? Зажгла, молодец. Не надо больше биться головой. Ага, и так мы выходим на улицу, да? Подожди, а что ж там было, куда мы не могли залезть? Подожди, подожди, подожди. Это окей, хорошо. Сюда мы выйдем. Поджигая свечи. Молодец. А вон еще и жаровня. Слушай, подожди-ка. Факел пока убери. Я не знаю, к чему это. Может быть, и не надо тут все поджигать. Но мне нравится идея, что... А вдруг, если мы зажгем все светильники, то что-то произойдет. Оно, конечно, вряд ли. Это было бы слишком хорошо для этой игры. Если бы здесь были такие головоломки. Так, этот ход мы разведали. А больше никаких и нету. Да, вот оттуда мы пришли. А зачем нам эти римские артефакты? Наверное, куда-то нужно будет. Потом. Окей, но это все равно не то подземелье, которое я искала там. Слушай, подожди, а здесь никак нельзя нырнуть никуда? Нет, ну тут мелко. Даже не по колено.
Подождите, там скульптура замурована. Что за страшные тайны? Что за страшные катакомбы? Что такое? Там нет уже паутины. Там музыка такая страшная была. Что-то тут скрывается. Ладно. И мы где? Покажите мне карту. Вот мы сюда зашли, залазили, это мы забрали. Ну нет, вот оно, вот оно, вот оно. Как-то сюда все-таки можно пробраться. Ладно, давайте искать. Давайте искать. Я, как и говорила раньше, я не знаю, как тут что делается. Поэтому вот, как говорится, как есть, так и ищем. То есть храм-то построен, но все самое интересное в этом храме было, оказывается, внизу, под землей. Так, там еще один храм. Возможно, и там тоже какой-то такой подобный спуск есть. Один напротив другого. Ну да, это где скелет с ведром. Еще бы понять хотя бы чисто по местонахождению, где это. Мне казалось, что это было как-то под ногами, нет? Ладно, полезли наверх. Отсканируем все это дело сверху. Контора вратая. Где вратая? Контора или... Не успела я прочитать с толком. Возможно, что и не контора. А, подожди, 34 метра. Мы отсюда это и не увидим. Ха! Вы видали что? Вы видали, какой тут знак? Только сверху видно, что за знак. Ха-ха. Не так просто. Причем он нарисован сверху над. А вон и то, что нам надо. Он нарисован сверху над мозаикой. Угу. Так может мы туда пока и не попадем, пока мы не ассасины. Ага, ведь значочек этот о чем-то говорит. Может быть, мы зря тут прыгаем пока что. А может быть и нет. Ладно, что нам мешает? Давайте обыщем все, что только можно. Ну ведь если это ассасины, то... А, это ассасины. То так просто к ним, как говорится, не войдешь. Ага, тетенька. С чашей. Ты нам о чем-то говоришь? Эйвор? Нет, 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 я не думаю, что в этих водах что-то есть нам нужное. Как-то мне кажется, что мы и вход тут никакой не найдем. Хотя
Особо-то мы еще и не искали. Так, вот та самая ротонда. Ну, подожди, мы же здесь уже были, разве нет? Ага, во, видите? Контора в Ротае. Да, это... Это ассасинская контора. Это очень странно. Сюнин. Ну-ка. Погляди, Сюнин. Погляди-ка все на это сверху. Да-да-да. Знак ассасинов. И там же, очевидно, какое-то оружие. Возможно, все-таки это все не нашего ума дело пока что. Подожди, мы спускались сюда? Нет, мы спускались не сюда. Мы спускались вон там. Да, вот в этих катакомбах. Оттуда мы... Да, мы спускались туда. А здесь нельзя было туда пройти. Так, а что же делать? Какой интересный тут комплекс. Заброшенный. Народ сюда не ходит. Ага, еще один знак ассасинов. Понятно. Спасибо, Сюнин. Спасибо, Сюнин. Да, сюда мы спускались. Здесь было закрыто, да? Там кот ходил и так далее. Здесь же это было. Да-да-да. И вот здесь мы не можем пройти. Так, стрелы забери. Слушай, подожди. А, кстати, все эти жаровни. Ну-ка, дай-ка факел. Подожди. Может быть, надо стрелой там горящей поджечь все это дело. Так, или факел туда бросить. Нет, да? Хорошо, возьми стрелу. Что-то мне подсказывает, что она не будет гореть. Или будет? Вяленько. По-моему, там крысы побежали. Ну, по-прежнему пройти мы туда не можем. Ладно. Итак, давайте-ка зайдем к тому другому знаку ассасинов, который мы увидели сверху. И это у нас было... Это вот тут. Что вот это такое? Смотри, прям тропинка тут протоптана. Ага, камни висят. Понятно. Ну, естественно. Ну, естественно. Хорошо, понятно. Сейчас мы туда спустимся. Пошли сначала на значок глянем. Где он там был? Ты глянь-ка, а? Прям такие намеки, прям такие. Что? Еще раз. А-а. Не. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Нам надо нырять в ту дырку, которую мы с вами только что разбили. Я пытаюсь рассмотреть получше, настолько отодвинулась, что, возможно, вы меня даже и не слышали от микрофона. Пытаюсь заглянуть за монитор.
А вдруг там тоже что-нибудь? Какие-нибудь тайные знаки, тайные знаки. Так, полезли. Ой-ля-ля. Эвер, давай прекрати придуриваться. Вот. Ладно. Контора. Вратая. То есть нормально ассасины только так попадают в эту контору. Ладно, пошли. Похоже, здесь уже давно никто не ходил. Ого. Ого. Эйвор, осторожнее. Это все-таки... Так, да, сюда мы стреляли, да? Сюда? Это какая-то очень старая контора. А не горит знамя? Нет, не горит. Вот они, тайные знания. Сейчас прочитаем, сейчас прочитаем, сейчас все прочитаем. И надо понять, где та дырка, через которую мы пытались сюда попасть. Видно, это еще не здесь. Ну, я бы не сказала, что у вас тут так богато, ребята, но я думаю, что самое главное — это то, что мы сейчас прочитаем. Так, смотри-ка, карта. Приказ покинуть край. Кабете. Братья и сестры, у меня печальные вести. После смерти императора Ганория последняя надежда на мир и спокойствие в Британии потеряна. Настало время покинуть этот остров, собраться в другом месте и решать, на чем лучше сосредоточиться дальше. Последний легион империи покинул эти земли 10 лет назад. Власть вернулась в руки племен и кланов, что жили здесь до прихода римлян, и новые хозяева быстро недолюбливают наше братство. Новые хозяева острова недолюбливают наше братство. Боюсь, они просто не понимают, чего мы пытаемся добиться, но уже поздно пытаться их переубедить. Я приказываю всем, кто служит незримым, покинуть эту контору. Те же, кто решит продолжить наш великий труд, с радостью примут в конторе в Кёльне. Магистр Витц... Так, ладно, дальше идет латынь. А непереводимая латынь. Так, Эйвор, понимаешь? Ты понимаешь, значит, они действительно ушли очень и очень давно. Страница кодекса. Кодекс Магаса, страница 4, если я понимаю. Да. И третье. Не обращай клинок против невинных. Лишь те, кто действует со злым умыслом, заслуживают кары. Те же, кто был игрушкой в руках зла или случайные свидетели, не должны умирать от нашего клинка. Таков кодекс незримых.
Три правила наряду с кредо будут определять наш путь. Только это и ничего больше. Если мы обременим себя еще чем-нибудь, это ослабит нашу решимость. Тут снова заговорил Магас с особым жаром. Если никто, ничто не истинно, чем оправданы такие ограничения? Разве это не значит, что мы вольны выбирать любой способ достижения цели? «Ты думаешь, это роковой парадокс?» – спросила женщина. «Меня лишь беспокоит противоречие», – отвечал Магас. «А чье это указание? Кто определил эти правила?» «Мы незримые, и это название мы дали сами себе. Мы также сами себе определили цель – физическое и духовное освобождение людей. Чтобы достичь желаемого, нам нужны законы, которые будут нас направлять. В них нет никакого волшебства, они не отсылают к тем, кто имеет над нами власть. Мы следуем этим законам лишь потому, что они помогают нам достичь тех целей, которые мы сами себе поставили, и позволяют нам продолжить наше дело. Действенность любого правила нужно оценивать по результатам, что получают те, кто ему следует». Замолчав на мгновение, гостья взглянула на мастера Хакора, затем снова на нас. «Знайте же и укажите в письменных свидетельствах так», – решил последний совет. «Незримых другого не будет». Ага. «Сегодня тени навсегда скроют нас от мира, и мы будем делать свое дело лишь во тьме». Так, ну это четвертая страничка. Очевидно, где-то есть первая, вторая, третья. Мы их либо пропустили, либо... Очень и очень интересно. Хорошо, что у нас тут. Контракт незримых. Разведка. Император Аврелий принял наше предложение. Римляне согласились отозвать войско от Вала Антониана, если война на севере прекратится. Император Аврелий прежде не нарушал слова. Но нужно будет все проверить. Надлежит отправить магистра, чтобы тот проследил за выполнением соглашения и убедился, что войско действительно отзовут. Магистр Эган. Успех. Войско отозвано. Соглашение не нарушено. Ну, смотрите, как они все подвели под ассасинов. И то, что недостроена была стена Октавиана, которая... Вообще, конечно, была грандиозная задумка с этой стеной, но, оказывается, в ее недостройке виноваты тамплиеры, ассасины. Незримые. Хе-хе. Ладно, окей. Перчатки незримых. Перчатки незримых. Что за перчатки незримых? Эйвор. Да-да. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что это такое. Наручи. Ах, наручи. Итак. У нас есть наручи берсерка. Перчатки незримых. Легкий доспех. Урон от внезапной атаки возрастает. А ну-ка давай оденем. Посмотрим просто, как они выглядят. Интересно, интересно они выглядят. Ну, давайте оставим все равно наш полный комплект. Поскольку он полный. Все, Эйбор. Так вот. Очень интересно, что еще мы тут больше ничего не пропустили? Может, что-нибудь где-нибудь там наверху есть? Давай попробуем залезем. А ну, конечно, вряд ли. Это все-таки бывшая контора, покинутая. И вряд ли они тут что-то прятали наверху. Прям так повеяло, наконец-то. Наконец-то чем-то ассасинским повеяло. Не зря же игра-то называется. Assassin's Creed.
Окей, немножечко мы не нашли. Итак, давай-ка пойдем. Мы тут видели что-то дальше. Или подожди, мы здесь пришли. Мы отсюда пришли? Нет? Я запуталась на самом деле. А, нет, вот. Мы здесь пытались зайти. Совершенно безуспешно. Теперь понятно, почему. Эту штуку надо двигать. Оно как бы и понятно было. Давай двигать. Так, куда мы можем отодвинуть? В эту сторону. Отлично. А теперь давай отодвинем в эту сторону. Все, оставь. Оставь, говорю. Влезай. Ну вот, кто были вот эти умершие, тут совершенно непонятно. Этого мы точно никогда не узнаем. Пойдем. На белый свет. Так, ну что ж, тайны разгаданы. Область подозрения по-прежнему. Нас подозревают, правильно делают. И у нас осталось вот здесь. Непонятно, как в эту башню залезть. Теперь уже здесь сеть подземелья, но сюда вроде как не было никакого входа. Да, область здесь. Здесь страничка, за которой, честно говоря, неохота гоняться. Давайте попробуем, дойдем сюда. Может быть, там на мосту тоже что-то. Может быть, я плохо посмотрела. Надо будет Сюнин, кстати, позвать. Как-то я забыла о ее существовании. А чтоб она сверху посмотрела, что там. Пошли, Эвер. Уволень ты наш. Какой из тебя ассасин? Какой из тебя незримый? Ты бежишь, земля дрожит. Это птички или это кто-то шепчет? Как-то мне немножко не по себе. Так. Что ты видишь, Сюнин? Давай-ка ты мне скажи, где тут можно за... А-а-а. Так, решетка. Подожди, Сюнин, тихо, спокойно. Здесь мы были в этом пруду. Надо понять, как сюда залезть. Либо я не вижу что-то очевидного. Или в какую-то я в одну и ту же дверь долбилась. Да нет. Я с одной стороны зашла, с другой стороны. Так, это та самая страничка. Вот все-таки вот это вот водопад тут такой он странный. Хотя тут мы прыгали, да, там всякие рыбки и так далее. Но откуда льется эта вода? Вот мне очень интересно. Это очень странно вообще, честно говоря, потому что это стоит на горе. И это не может быть вода из реки. Она в другую сторону выливалась. Так, вот здесь у нас еще что-то. Мы давненько не находили никаких опалов.
Не знаю. Просто не знаю, что и делать, что и думать, и где искать. Вот в эту дурацкую башню. Заперто изнутри. Ладно, Сюнин, все, хорош летать. Это, наверное, страничка там что-то нашептывает, я так думаю, потому что это как-то немножечко жутковато, прямо скажем. Не то чтобы жутковато страшно, это как-то неуютно, что ли, скажем так. Не знаю, слушайте, я вот просто понятия не имею. И я еще что дергаюсь, потому что это все на запись, это все время. И это все бестолковщица на самом деле. Знаете что, друзья, я сделаю? Давайте-ка мы здесь с вами остановимся. Достаточно, наверное, на сегодня мы тайн с вами открыли. А за кадром я здесь побегу. В общем, я потолчусь на этом месте и попробую понять, как нам туда попасть, в эту башню. Ну как-то ж туда можно попасть? Там же помещение самое элементарное, самое простое. Давайте сейчас я еще раз вот прям вот при вас еще раз туда поднимусь. Вот, одна дверь. Так. Видимо, заперта с той стороны. Заблокирована с другой стороны. А, может, ее чем-то разбить можно? Подожди. Откуда-то выстрелить и... Откуда-то выстрелить и сбить это через какую-нибудь дырку. Вот отсюда, например. А? Могу я это сделать? Я сильно сомневаюсь, но... Эйвор, ты можешь тут пройти? Вот смотри, тут есть карнизик, Эйвор. Вот есть карнизик. Ты... А, зараза. Ну да, вот отсюда, откуда я смотрю, теоретически можно было разбить эту дверь. Так, а если я пройду сюда... Попробую... Нет. Так, тоже нет. С какой-то ветки с дерева тоже нет. Да ладно, блин, такие сложности. Все, это единственное окошко, которое закрыто очень сильно всякой фигней. И вот здесь тоже не открыть. Тут не открыть, только с той стороны. А, так подожди, смотри, с той стороны. Мы стреляем насквозь и попадаем в замок с той стороны. Нет? Сможем мы это сделать? Да нет, конечно, это ж игра, это не окно в двери. Хотя теоретически вот так и надо делать. Надо выстрелить в окно и разбить замок на той двери через окно. Через вот это окошко. Но оно стрела разбивается о дверь. Неважно, в окошко оно там, не в окошко. Или надо через то окно стрелять? А ну-ка. А ты можешь как-то подойти поближе и не пригибаться? Блин. Не, ну как назло, тут еще все очень низко.
Очень обидно, очень обидно. Ну, в общем, замок я этот вижу. Как его разбить? Слушай, а тут ведь не зря ведь и стрелы. А может быть... Подожди, мы стоим низко. Может быть, нам надо куда-то повыше забраться? И это эдакий Робин Гуд, блин. Попасть с такого расстояния. Тот замок, как вы думаете, можно? Ну, по идее, надо еще выше. Вообще надо делать вот отсюда. Нет. Попасть можно только, когда стоим прямо. Здесь мы не стреляем. Так, ладно, понятно. Возьми стрелы. Если мы прыгнем все-таки на голову, ничего не получится. Дверька не откроется. Давай посмотрим с той стороны, если у нас здесь лучшая позиция для стрельбы. Ну, теоретически, да. Но все дело в том, что она даже стрела даже не пролетает в эту дверь. Вот в чем дело. Я сильно сомневаюсь, что оно так было задумано. Вот, например, так, да? Вот так мы должны попасть. Нафиг вам. Да нет, да нет. Ладно, друзья, в общем-то, вот такие вот наши соображения, такие наши мысли. Может быть, как-нибудь я все-таки смогу решить эту загадку, найти путь туда, в эту башню. Забавно, было бы, конечно, интересно, если действительно надо найти позицию, с которой можно выстрелить в игольное ушко и разбить замок. Ну, что-то мне подсказывает, что ларчик, наверное, здесь открывается проще. Просто я пока что этого не вижу. Что ж, ну а на этом давайте я с вами попрощаюсь. Увидимся с вами в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.